Мне больше не нужна эта кредитка. Мне не нужна эта тупая кредитка. Пожалуйста, вернись. Что за фигня? Почему ты вернулся через эту дверь? Дядя! Тохва. Дядя! Ты вернулся? Ты правда вернулся? Дядя, я тебя люблю. Хорошо. Я тут подумал. Ты можешь вернуть мне мою кредитку? Что? Ты меня слышал? Почему притворяешься, будто ничего не слышал? Дядя. Есть другой мир, вот, по ту сторону этой двери. Ты почти начал туда идти, тебе надо просто продолжать двигаться. Докхва очень переживал за своего дядю. Он прав, не переживай нас.